Хай-хо, аз есим Тангар Игроглаз, и сегодня мы с вами в World of Warcraft на сервере Turtle пойдем в PvP. Пошли? Вот оно уже есть. Представьте себе. Я 19 уровень паладин. Бой уже идет. Вовсю. Я буду в основном стараться хилять людей. Потому что я хилер, но, наверное, иногда придется и с кем-нибудь и подраться. 0-0, флаги не захвачены. Я уже очень много давно не играл, конечно. Но будем сейчас вспоминать, что как. Сегодня, кстати, на наш Turtle, ну это сервер, на котором, собственно, я играю, тут было 11 тысяч онлайн днем и 5 тысяч человек очередь. Ну, 4 с хвостом. В общем, прям дофига. Полечим чувака. Да нормально, я тебя отлечу, что-то. Паладин тоже, да? Окей. Блин. Надо лечить наших. А это где? Этого убили. По мою душу пошел. Ну давай, уберемся. Надо какой-то аддон поставить, чтобы он мне показывал, сколько жизней у людей, потому что я же не вижу нифига. Мне, кстати, маны мало. Давайте побухаем. У нас есть маг, чтобы воды сделать. Не, ну я могу, конечно, просто пить вот молочко. Нормально. Просто жалко. О, там какая-то скотина. Ну-ну. Я его так быстро убил просто вообще. Так, кого-нибудь надо лечить? Ну-ну. Бейте меня. Бейте меня сильнее, пожалуйста. Чем сильнее, тем лучше. Мана кончилась. Такие у меня. Прием. Что такое место для питья не самое, наверное, лучшее. Мягко говоря, пошли отсюда. Я его застанил. Главное тоже отхил, чтобы был.
Я просто тупо пока что, видите, бегаю так довольно-таки бессистемно, ну потому что надо приноровиться немножко. Вот. Маны нет, блин, нифига. И баф даже нет на ману, что за фигня? Лечим, 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 лечим. Маны нет, нифига. Попьем в середине поля боя прямо. Слушайте, это ж наш флаг. Алло. Ну как он несется, эта скотина? Это паладин, как он так быстро бежит? При помощи каких? Это. Все паладины, блин. Одни паладины в стране. Заводы стоят. Вон тупит. Кто ж так встает-то, а, чувачок? Ну ты даешь. Надо ж прятаться. Он просто так вот закуплять. Не, он неплохо двигается. Ничего не считать. Полечи товарища, самое главное. Не себя отлечивать надо. А товарищей. Ну ничего, один раз зато ману установим. Нормально, все ровно сыграли. Хоть один у нас есть вообще этот маг. Мне интересно. Это посмотреть, тут не написано. Давно я в PvP миллион лет не играл, вообще по кайфу. Шикарно. Тут люди умеют играть, я чую. О, пошли, ребятушки, ребятушки. Блин, а почему я не срабатываю? А, надо же выбрать цель. Ну я дурак. Я думаю, почему эта штука не срабатывает? Для нее цель нужно выбрать. Ну ладно, это не так критично. Ложанул. Ложанул. Бафы кидаем на все. Я все-таки больше саппорт. Что, в следующий раз я не упаду так просто. 100%. Надо этого человечка подлечить. Бегу, 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 бегу. А, он подлечился сам. Отлично. Лечу. Я дипломированный хиллер.
Ай-яй! Полечил его на все свои хп, на которые мог, и больше маны нет. Извините. Вообще нет. Сейчас мы спрячемся и попьем. Lay of Hands на него накинул. Надо, сейчас надо немножко восстановить ману и пойдем вперед. Не хватает конкретно маны. Сержантик. Сержант, сержантич. Пойдем встречать их. Тащили у нас лак. А вот он. Ходит, бродит. Тащильщика кусок. Сейчас я его застанем. С какой стороны? И с этой выйдет, то ли с другой. Да, он делся. В домике, что ли? Кстати, домики какая-то фигня такая прикольная. Типа, чтобы сильнее всех бить. О, вон он. Держи стан, родной. Опа, он стан. Снял почему. Лак вернули мы. Надо драться все-таки. Кого-нибудь надо бафнуть, лечить. Ханта надо бафнуть. Мы, собственно, все сейчас выиграем. Ух, у нас сейчас в Израиле 42 градуса. Я без кондея сижу. Ну, днем я кондей включал иногда, но все. Вон. Ба. Вот, мы, собственно, идем. Не убили. Надо отвезти нашего флагоносца. Тут уже есть какие-то скорости, зелья скорости, по-моему, да? Наверное, люди их используют. Хорошая у нас банда. Ну, тут сильная пати, в общем. Даже бафать некого, потому что сплошные паладины, блин. Просто я паладин и все паладины. Раз, два, три, четыре, пять. Самый популярный класс на туркеле. Я его взял просто потому, что он универсальный. Может и танковать, и ДПС, и хилить. Поэтому я люблю вот все понемножку делать. Ну, да, вон оно. Встречать сейчас будем. Он тоже на ускоре. Не, чтобы уже слить и следующую катку, ребят. Ну что это такое? Это небольшой хаос такой тут. Мне вот свинья ест.
впрочем, не проблема. Я хил, так что мне надо, наверное, с лагоносцем быть, чтобы его. Ну, хотя с другой стороны, вон они. Люди. Львы, орлы и куропатки. Ну да. Так истекаю потом. Лечим наших. Блин, не успел. Чуть-чуть не хватило. Я очень даже неплохо умею драться. Главное, не слишком увлечься. Про ману не забывать. Хантер. Лагоносец, мы с ним. Блин, маны мало. Умну. Пошел лагоносец выносить. Их. И флаг. Ну ладно, я тоже могу. Куда он идет? Где он прячется, интересно? Хорошо, конечно, твинка бы накачать. Да, вот для такого дела. Тут какие-то звания. Ищем просто, пока не можем найти. Блин, случайно нету юзана. Тут как бы фишка то, что нужно спрятаться. Вон он. Ходит, бродит. Скотина. Прист. Блин, я что-то как-то плохо, надо себя как-то затаргетить нормально, блин. Какую-нибудь кнопку сделать, чтобы она меня таргетила. Ложанул сейчас. Какая у меня кнопка таргетит? Alt 1. Не сдается орда, видите? Где наш флагоносец?
Наш флагоносец у нас там сидит. Ну, блин. Был и нету. Задолжил, смотрите. Какой. Можно с них еще сдирать повязки. Надо нашему флагоносцу с нами на самом деле идти, как бы это по-дурацки не было, но... Но он тоже как бы типа охраняет. Ладно, пошли. Идут, идут. Рабочие крестьяне. Да вон. Тут стенка на стенку, блин. Такая жесткая, причем стенка у них. Ну куда ж ты побежал? Надо сначала было. Ладно, короче, мне надо всех хилять. Одного, блин, сразу просто снесли. Блин, мощный у них такой, блядь, приход просто. Да. Они сильнее на самом деле. У нас флагоносец хороший, мы как-то тактически, когда они в кучу сбились, прям тяжело. Придется отступать сейчас. Может, они увлекутся, и мы их сейчас как бы загоним. В итоге. Ах ты. А эта штука, что она делает? Physical effects. Да, вот против не physical effects. Вот это на спылы действует, а это только на physical. Ой, тяжело. Идиоты в чате тут. Надо было, кстати, сразу риснуться, я что-то тоже тормознул. Надо бы нашему флагоносцу идти туда же. Он зря остается сзади. Потому что у них как бы пати в итоге с этим флагоносцем сильным, а наша без нашего сильного флагоносца в итоге мы не можем ее пробить. Together be united. Тут народ 18 уровня, то есть это, конечно, вообще не айс. Да, 19. Хоть даже и не твинк, но на 10 больше. Что-то как бессмысленно вот сейчас беготня тут. Может, у кого типа больше терпения?
Возьму ретро лучше. Они на контратаку работают. То есть они хотят, чтобы мы пришли, полпачки, они ее разносят и потом идут к нам. Так как-то, наверное. Ну, не знаю, что они хотят. Ну, в общем, страшные люди. Ну и чё мы сидим? Я не знаю, нахрена мы сюда пришли? Ничего нет. Врешь, не уйдешь. Иду спину выхерачить. Замечательно, мне кажется. Единственное, что меня тоже херачили. Нет, тут есть люди явно одетые хорошо. Прям совсем. Хитрый план придумали. Бросить флаг, чтобы эти завоевали, и мы у них снова взяли. Они их назвали Break the Turtle. Он быстро бегает, а? Все тут напушено, блин. Он не может так быстро убегать. А он убегает. Ну все. Целое дело это было. Сто лет не играл на Warsaw Gauchi. Прикольно, прикольно, но, конечно, нужно получше одеться. Друзья, сейчас я направляюсь в Бути, из Бути Бэя. Я сейчас плыву в Барнс, вот сюда. Потому что пойду сейчас в подземелье Уэллин Кавернс. Плывем в Ратчет, ну, это локация Барнс. Вот, так что приходите на мой англоязычный канал. Я там сейчас сделаю как раз видео, поход в Уэллин Кавернс. Я там еще не был. Ну а уже после этого и на этом канале, на нашем русском канале, я тоже сделаю, тоже туда сходим. Но пока что приходите на мой англоязычный канал, который называется Тангария. youtube.com/Тангария. До новых встреч!